Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве ZTE Blade A7S изменить язык клавиатуры. Для этого в первую очередь переходим в настройки, затем раздел «Система», «Язык и ввод», «Языки», «Добавить». Переходим в раздел «Виртуальная клавиатура», «Gboard» и затем «Языки». «Добавить клавиатуру». Перед нами открывается полный список языков, на которых можем писать в данном устройстве. Видите, он довольно внушителен. Давайте выберем, к примеру, грузинский, хицури, и нажимаем «Готово». И теперь давайте попробуем написать что-нибудь на грузинском языке. И как вы можете заметить, у меня появилась грузинская раскладка. И на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и пока!